болезнях целых 3 года наши соотечественники. 30 тысяч генералов армии, в смысле казаков и семей воинства Врангеля и Деникина были на этом острове каменистом, где совершенно одни колючки. И вот никто о них не знал, и 10 лет назад троим прихожанам Новоспасского монастыря просто они заинтересовались историей Лемновского сидения и поехали туда в турпоездку. Попросили местных греков, чтобы никто не знал, где это кладбище. И просто путем вот молились, искали, и вдруг нашли одну плиту, вторую, и раскопали могилы почти 400 офицеров и маленьких детей, которые погибли. Несмотря на противодействие там базы НАТО на этом острове, удалось построить, часовню не дают сделать, все-таки обнесли, сделали крест. И вот в этом году как бы было десятилетие, и все могилы уже удалось привести в порядок. И даже, вы знаете, такое вообще удивительное чувство было. Некоторые люди искали своих, допустим, дедов. Один священник молодой искал, он с матушкой нашли своего прадеда там, на Лемносе. И он уже в чине священника служил от могилы деда там на Лемносе. Вот. И я просто хочу спеть для вас воспоминания об этом событии. Те песни, которые я пела там, это казак Николай Туроверов, который тоже побывал там. Одна из его песен, которую вы хорошо знаете, была их с урядником. И как ни странно, греки понимали, наверное, интонацию, что ли, они языка не понимали, но они все плакали от этих песен, рыдали. Полк ушел, куда теперь?
песни, которую написал мой друг Константин Скворцов. Она называется «Белый вальс». Каждый день как бы проживать нашей истории. И сегодня, но я совершенно не могу не вспомнить, что сегодня 19 октября, это день Пушкина, день рождения Царскосельского лицея. И этот день в жизни Пушкина и его друзей столько много значил. И он не зря в своем творчестве постоянно его как бы ставил это число на многих своих творениях, и последний год своей жизни именно на «Капитанской дочке» он поставил 19 октября 1936 года, именно в том произведении, где он обобщил историю русского народа, и его дух, и характер. И 19-го было написано октября его письмо, не опубликованное, к Чаадаеву, который вы хорошо знаете, который вообще надо читать. И вот сегодня передо мной сидит Татьяна Миронова. Я еще почему вспомнила, смотрела на нее Александра Сергеевича, потому что буквально в день рождения Александра Сергеевича мы проводили вечер с моими учениками, вечер класса в библиотеке Ленина, в том знаменитом мраморном зале. Вот, и как-то это все перекликается, в душе стучит, волнует. И вообще, я думаю, что если бы, конечно, я как жалко, что я не такая не академическая певица, потому что такое бесценное музыкальное наследие, и можно вообще столько петь Пушкина, и 20 опер, 10 балетов, столько романсов. Ну вот «Пиковая дама», кстати, была поставлена, как бы вот поставлена
Парижа, и только через 40 лет была поставлена Россия. Вот как у нас, ну, как вы знаете, все происходит. И вы знаете, вот, например, очень жалею, что я не мужчина в этом случае, потому что вот удивительная история романса «Я встретил вас», когда Пушкин посвятил этот романс Анне Петровне Керн. Проходит 15 лет, и Глинка встречает ее дочь, не такую красивую, но удивительно милую женщину, преподавательницу сельской школы, и влюбляется в нее, и пишет эту удивительную музыку. И так родился вот этот романс «Я встретил вас». Мне кажется, что женщины должны просить всегда всех мужчин петь этот романс бесконечно, потому что это просто гимн любви, поэзии, музыки, чувства. А вот сегодня я просто, так сказать, первый опыт такой у меня, я хочу напеть вам один романс, одну как бы такие удивительные слова Пушкина, которые всех нас, ну, про нас, вообще про вечную нашу жизнь. А музыку написал Алябьев. Много авторов на этот текст, но вот именно Алябьев, которую я глубоко уважаю, человек, который служил Родине, отдал все свое наследие музыкальное консерватории. Удивительный человек. Вот его тоже хочется вспомнить из этой песни. Песня называется, она очень короткая, «Если жизнь тебя обманет». Послание пушкинское. После того, как его не станет, три раза обнести его вокруг памятника Пушкина, вы знаете, это его завещание. И мне сегодня, конечно, хотелось спеть Есенина. Этой грусти. Для меня было все.
Память великого скульптора, что вы выслушали всю эту грусть, русскую поэзию, она всегда, она как наша жизнь, как наш крест, который нести России. Спасибо, что за ваше единодушие, единомыслие. Собственно говоря, вот такая уже программа сама закончилась. А теперь я думаю, что, может быть, я выполню какие-то ваши пожелания. Наверняка вы захотите, чтобы я романс спела. Чтобы голову повесили. Русский народный, что это можно? Так же, как...